Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Сейчас я вам хочу показать, что такое энергетическая дуга. Вы все знаете, что я занимаюсь изодинамической гимнастикой на тренажере Сергея Прокопьевича Кривых. Ну, самый мой большой рекорд – это тонна 20 килограмм в отрыве штанга на поясе. Вот вчера я занимался, и ну, относительно легко я оторвал 900 килограмм. И вот сегодня, без всяких разминок, собрались мои внучки, сын с невесткой. И я решил попросить их, чтобы они мне сделали энергетическую дугу. То есть, чтобы, как бы сказать, в уме у меня был некий прорыв в отрыве веса от пола. Естественно, вот так вот много они не могут поднять. То есть, ну пусть там каждый из них по 20 килограмм вот от одной рукой вот так вот дернет. Итого, допустим, это будет там 60 килограмм. Но в итоге, сделав энергетическую дугу, я в конце концов легко и просто оторвал тонну 200. Хотел поставить уже тонну 300, а то еще тонну 400, и они разбежались. То есть энергетическая дуга позволяет добавить в усилие, вроде бы как физическое усилие, позволяет добавить вот эту вот умственную, волевую энергию, которая руководит всем, то есть которая запускает процесс подъема. И естественно, чем ее больше, тем все эти веса идут легко и просто. Ну и вот посмотрите, как это происходило. Итак, демонстрирую вам сначала 900 килограмм, которые были вчера подняты. Далее я поставил, по-моему, тонну 120. Ну так, блины были. От вас требуется вот это вот мысленное усилие, как будто вы вверх вот это все тянете. По моей команде. По команде все. И начали. Опускаю. Представляете? И после того, когда как этот вес оторвался, я решил сразу поставить еще больше. Тонну 200. Хотите, верьте. Хотите, проверьте, хотите, нет. Тонна 200, вот как это выглядит. А вес оторвался еще легче, нежели до этого. Ну, смотрите, как это происходило. Вот так вот, встали. И по моей команде, Яночка, на тебя вся надежда. На тебя вся надежда. Я стал уперся. Я не давлю. И поехали. Ё-моё, я не знаю, это хоть, хоть 2 тонны стал тогда. Охренеть, чувак. Охренеть. Хоть 2 тонны стал.